Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Далекий северный циклон направляет метели и потепление через Урал в низовье Оби. А на юге Западной Сибири морозы после прекращения осадков лишь усилятся. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 8 февраля небольшой снег, ветер западный 2,7 метра в секунду. В темное время суток ожидается минус 16-18 градусов, дневные часы температура воздуха составит 10-12 ниже 0. В последующие двое суток без существенных осадков. 9 февраля ночная температура от 20 до минус 22, в дневные часы за окном будет минус 13-15 градусов. 10 февраля в темное время суток синоптики прогнозируют 21-23 ниже нулевой отметки, днем ожидается минус 13-15 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!